Всем привет! Мы продолжаем прохождение ивентов в Роблоксе. А первый плейс, куда мы отправимся, это Escape Room. Бежим в комнату для мультиплеера. Создаем в мультиплеере миссию музыкант и, никого не дожидаясь, заходим на сервер. Первым делом бежим к цветам и диджейской установке. В цветах у нас лежит ключик, а на диджейской установке у нас указан код, который позволит нам выйти из этой комнаты. Вводим этот цветной код с микшера вот сюда. Выходим с этой комнаты и бежим в другой конец студии. Открываем вот эту дверь ключом, который мы только что нашли в цветах. Забираем со стола барабанные палочки и смотрим на вот эту вот картину. На картине скриншот нотной грамматики. Именно эта грамматика позволит нам отгадать еще один код для двери. Перемещаемся в холл студии, и здесь мы видим как раз таки наши ноты. Эти ноты необходимо перевести в буквенное значение. А буквенное обозначение мы видели ранее на скриншоте, где была показана нотная грамматика. Ноты переведены в буквы, и идем открывать дверь. В этой комнате нам необходимо сделать фото, но прежде мы пойдем и заберем медиатор для гитары. Он спрятан за хромакеем. Теперь делаем фото. Жмем курсором вот на этот белый дисплей, у нас дается 5 секунд, чтобы встать к хромакею, и через 5 секунд нас автоматически сфотографирует фотоаппарат. Фото сделано, бежим к принтеру и получаем еще один код. Код необходимо ввести в холле, вот на этой огромной клавиатуре. Если код верен, то откроется секретная комната. Чтобы пройти дальше, нам необходимо сыграть музыкальную композицию, которая написана вот на этой табличке. Бежим в комнату, где у нас музыкальные инструменты, и играем эту композицию. Если все сыграно правильно, то вы услышите эту композицию из колонок. Возвращаемся в секретную комнату и видим, что дверь здесь открыта. Забегаем внутрь, а здесь полный бардак. Первым делом смотрим вот в эту бумажку. Здесь описан еще один код, который поможет нам открыть еще одну дверь. Написано, что первая цифра – это количество флейт во всей студии. Вторая цифра – это количество гитар. Третья цифра – это количество барабанных установок, сложенное с количеством экранов хромакея. И последняя четвертая цифра – это количество камер в этой студии. У меня получился следующий код – 4362. Теперь бежим к картинке с саксофоном. Жмем на нее курсором, картинка сбрасывается, и нам ее необходимо воссоздать. Когда картинка собрана, нам дают еще один ключ. Бежим к выходу. Справа от выхода будет еще одна дверь, куда мы вводим код, полученный из бумажки. В этой комнате нам необходимо открыть сундук, забрать из этого сундука огроменный ключ и бежать к выходу. Вот, в принципе, и все. Если вам эта информация была полезна, то с вас лайк, подписчика, если еще не подписаны, и комментарий.